Насколько велики риски вторжения со стороны Беларуси, мы поговорим с нашим следующим гостем, и не только об этом. Это Валерий Рябых, украинский военный эксперт, редактор издания Defense Express. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы всю неделю говорим о Беларуси, обсуждаем разные сценарии. Ну, не первую неделю, но на прошлой неделе Лукашенко снова активизировался. Вот скажите, что должно произойти, чтобы мы с уверенностью говорили, вот Беларусь готовится к вторжению в Украину? Ну, то есть, собственно говоря, собрать какое-то определенное количество войск возле границ, я не знаю, там, подвести технику. Ну, вот те действия, которые сейчас можно наблюдать на территории Беларуси в рамках той проверки боевой готовности, которую начали в этой стране в мае, и, кстати, продолжили сроки ее проведения еще на несколько недель. Пока они являются больше демонстративными и такими, которые направлены на отвлечение внимание основных сил Украины и на это направление. И ну, здесь одной из задач, которая может решаться, это сковывание сил, которые могли бы быть переброшены на другие направления для достижения оперативного успеха где-то в другом месте. Но, соответственно, вот то, что сейчас происходит на территории Беларуси, оно не дает возможности расслабиться, и поэтому постоянно вооруженные силы Украины должны учитывать в своих оперативных планах возможность нападения со стороны Беларуси. Значит, ну, Генеральный штаб Украины не сообщал о каких-то тревожных моментах, которые бы указывали на готовящиеся создание ударной группировки. Для того, чтобы наступать, нужно сосредоточить определенные усилия, определенное количество сил, средств. Это должны быть подразделения, иметь состав специально для действий. Плюс, конечно же, появление определенных скоплений подразделений на направлениях угрожающих, оно бы могло указывать на готовность к активным действиям и проведению войсковых операций. Но на самом деле сейчас на данном направлении вот, угрозы широкомасштабного наступления на каких-то оперативных направлениях пока не наблюдается, пока не достигнута какой-то критической массы подразделений и военной техники, которые бы скапливались в районах сосредоточения для проведения дальнейших наступательных действий. Но это не исключает и других военных рисков. Скажите, ну, у нашей разведки, вот сейчас мы не видим таких вот рисков, серьезных, я имею в виду, у нашей разведки, вот сколько будет времени, условно говоря, эти риски увидеть? То есть это неделя, две, это, они могут собраться там за три дня ударную группировку? Ну, смотрите, вот если мы вспомним немножко, отойдем назад и увидим, что те группировки, которые сосредотачивала страна-агрессор Российская Федерация на территории Республики Беларусь и вокруг украинской границы, они создавались несколько месяцев, планомерно наращиваясь, ну, в том числе, конечно, демонстративно. И ну, для этого необходимо определенное время. Что касается вот данного направления, здесь, конечно, это можно предпринять какие-то, скажем, средства маскировки, провести скрытое сосредоточение, но все равно признаки позволяют заблаговременно выявить вот подобные планы противника и предпринять необходимые действия для того, чтобы сорвать планы агрессии или наступления на определенном направлении, если они возникнут. Но, скорее всего, речь сейчас может идти более, скажем, и как об отвлечении украинских сил по заданию Кремля,
от других направлений, так и о вот этих умелых маневрах Александра Лукашенко, где он пытается в условиях, когда его союзник не показывает реального результата, на который ранее было рассчитано, российская армия терпит крах своих планов. Практически ни один из каких-то этапов, которые они планировали, не был достигнут. И в этих условиях, конечно же, и саму Александру Лукашенко необходимо маневрировать, показывать такую активную, бурную деятельность для того, чтобы говорить, что я вот союзник, я вот делаю свое дело, и у нас тут угроза, и мы тут тоже вот готовимся. Но будем смотреть, и я надеюсь, что так дальше и продолжится, и никакого наступления со стороны Беларуси не будет. Но, естественно, это не снимает задач по своевременному выявлению планов. И вот одним из таких признаков может быть активизация, в том числе и переброски каких-то российских подразделений. Потому что, откровенно говоря, у самой белорусской армии каких-то мотиваций идти в наступление на Украину очень мало. И это может быть... Мы даже не видели этого желания, когда шло наступление российских войск с этого направления, белорусские военные явно в этом и не участвовали. Я думаю, что сейчас еще условия еще хуже для белорусских военных, чтобы начинать такую военную авантюру на украинском направлении. Валерий, вы уже затронули то, что сейчас российская армия уже как бы воюет на пределе своих возможностей. Ну, здесь мы говорим, я так понимаю, о Донецком направлении, Северодонецке, Изюм и Бахмут. По вашему мнению, как это вообще выражается, вот это истощение сил, в каком виде оно выражается? Потому что вот британская разведка уже говорит, что формируется третий батальон. Ну, дело в том, что... Принцип проведения вот специальной операции любой является в определенных ограниченности в часовых рамках определенных. И то, что вот та якобы специальная операция, которую развернули в РФ против Украины, не достигает результата, показывает как раз вот пролонгированность ее временных масштабов. По сути дела, те даже оглашенные Кремлем задачи, которые Кремль сам опубликовал, данные которых опубликовал, они не были достигнуты. И мы можем это видеть вот по линии соприкосновения украинских войск и оккупантов. Невзирая на колоссальные усилия, которые противник предпринимает вот на том же Изюмском направлении, на том же Северодонецком направлении, на те колоссальные усилия, которые он предпринимает для того, чтобы перерезать линию поставки вооружений, линию снабжения группировки войск в Северодонецке, пока этих задач он не может выполнить. И тут причина именно в том, что наступательный потенциал он снижен. И снижен, соответственно, по большинству параметров, как по возможностям войск и их качеству, потому что самые боеспособные войска, это десант, спецназ, были выбиты практически во время той первой фазы операции. И сейчас в распоряжении вооруженных сил страны-агрессора все меньше и меньше подготовленных сил, которые к тому же и имели бы какую-то мотивацию вот для действий. Поэтому вот первым свидетельством того, что противник все-таки
теряет боевой запал и возможность наступать, свидетельствует как раз положение линии соприкосновения. Да, он пока еще может концентрировать большие средства ударные, такие как артиллерийские системы, может концентрировать те же какие-то батальонно-тактические группы, но для этого противнику приходится это перебрасывать с других направлений. И поэтому о каком-то там стратегическом развитии наступления сейчас не идет речи. Речь может идти только о каких-то незначительных тактических достижениях. А это, ну, как известно, не является рецептом для дальнейших побед. Вот Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что, точнее не считают, вот по их данным, есть у россиян некий план на 120 дней, то есть это практически 4 месяца следующих. Какой это план, как вы считаете? То есть закрепиться на Донбассе? Я, ну тут вот если говорить о том плане, который опубликовали в Главном управлении разведки, мне кажется, что речь шла о плане на вот эти 120 дней, которые сейчас вот через 10 дней истекают. И дальше этого плана нет. План заканчивается, план заканчивается. Да, да. Да, план заканчивается, и поэтому мы видим сейчас всевозможные усилия страны агрессора по тому, чтобы навязывать Украине какие-то решения, прежде всего уже не в военной сфере, а в дипломатической. Поэтому активизировать различные силы, которые хотят предложить Украине какое-то решение вопроса там, путем дипломатии, в том числе там, вот из Кремля начали звучать различные речи о возможности, там, скажем, о том, что они могут там сесть за стол переговоров при определенных условиях. Это также вот является свидетельством того, что дальнейшего-то плана нету. Потому что первоначальный план все-таки предполагал, ну, как минимум два варианта. Это первое — полный захват Украины, который, в принципе, противник понял первый раз через 7 дней, когда он не решил задачи ближайшие. А потом уже в середине марта, когда противник вышел на переговоры и после этого ориентировался с северного направления. Вот сейчас может произойти такая же задача, когда план «Б», который они огласили на овладение той же Донецкой и Луганской областью, и потом дальнейшей реинтеграции их там, вернее, не реинтеграции, инкорпорации в свою, скажем, сферу управления, он также дает сбой именно из-за упорства защитников Украины и героических усилий вооруженных сил Украины и других силовых структур нашей страны. И, соответственно, вот, наверное, все-таки, ну, какие-то планы могут быть, но они уже будут далекими от тех первых целей и задач. И главным теперь задачей нужно как-то выходить из вот этого положения, в которое военно-политическое руководство страны-агрессора само загнало себя, начав эту так называемую специальную операцию против Украины. Как мы ее называем, широкомасштабную войну. На южном направлении намечается контрнаступление. Украине предстоит освобождать такие города, вот сейчас тот же Херсон, говорю об этом. Штурм города – это, в принципе, задача очень непростая. Как, по вашему мнению, украинская сторона будет строить вот этот процесс контрнаступления? Ну, дело в том, что вот пока вот контрнаступлении таком масштабном речь не идет. Идет речь о контрнаступательных действиях. Это тактические действия, которые призваны для того, чтобы улучшить положение войск наших и, соответственно, ухудшить положение войск противника. Нужно сказать, что, ну, вот для того же
тоже освобождение Херсона, оно будет дальнейшей задачей, а первичной задачей является локализация действий той группировки противника, которая сейчас действует на правом берегу Днепра. И вот эта задача может решиться довольно просто после того, как мы получим оружие такого большого плеча, те же системы МЛРС, которые могут позволить держать под контролем основные переправы через реку Днепр, а также помогут держать под контролем линии снабжения вот этих группировок. И затем может быть решена задача отсечения этих группировок от пути отступления и окружения. Значит, тогда создаться другая какая-то оперативная ситуация. И после этого можно говорить уже о дальнейших действиях там, по освобождению того же Херсона. Но я могу точно сказать, что вот эти действия не будут похожими на те действия, которые сейчас показывает государство-агрессор, которое использует ту же тактику, которую она использовала там и в Сирии, и в Чечне, и в других конфликтах, вот эту тактику выжженной земли. И сейчас это мы можем наблюдать в том же Северодонецке, в Мариуполе это было. Украинская сторона будет действовать немножко по-другому. И будет достаточно обеспечить контроль линии снабжения и отрезание города от поставок. И через какое-то время вопрос, скажем так, освобождения городов будет решен не такими страшными средствами, как это делает Российская Федерация. Попросту, когда у войск заканчиваются боеприпасы, топливо и, прежде всего, мотивация там, к обороне, когда в то же время может значительно измениться ситуация как в общем на поле боя, так и политическая, тогда этот вопрос будет решаться проще, чем сейчас видится. Валерий, скажите, вы правильно сказали, нужно тяжелое вооружение для освобождения оккупированных территорий, а Украине его не дают. Вот, в частности, хотел бы поговорить с вами о этой истории с испанскими леопардами. Вроде бы Испания готова была передать Украине 40 танков, нужно было разрешение Германии. Казалось бы, это формальность, но Германия не разрешила. Соответственно, Испания не может передать Украине эти 40 леопардов, которые, наверное, понадобились, не были бы лишними, да, при освобождении оккупированных территорий. Как вы считаете, с чем связана эта позиция Шольца? Или мы говорим о вот этой негласной позиции НАТО не предоставлять Украине тяжелое вооружение? Чего они ждут? Дело в том, что по немецкому вооружению есть много вопросов. Германия, не отвергая возможности поставок различных видов вооружения, в том числе там, и систем ПВО, в том числе, скажем, и тяжелые бронетехники, на деле все-таки сдерживает процесс поставки. И это может быть связано прежде всего и с внутриполитическими процессами, и также с какими-то интересами, которые могут на данном этапе где-то не совпадать с интересами других членов Альянса. Но прежде всего я связываю это все-таки с внутренней политикой, потому что как бы мы ни смотрели там на те или иные процессы и помощь тех или иных стран, в любом случае это демократические страны, которых действуют выбранные народом их стран правительства, и они действуют именно демократическим способом. Спасибо, Валерий. Спасибо.